Вот наш лагерь. Второй день приключения на природе. Все мокрое. Вот. Вдалеке стоят наши машины, на которых мы приехали. Вот само озеро красавица. Вот четыре палатки. Три палатки по два человека. И одна на шестерых. То есть итого можно вместить... 6 плюс 6, 12 человек. Нас было 8. И из восьмерых человек в этих палатках спало сегодня только трое. Причем спали вот в этой большой одной палатке, которая оказалась на удивление непромокаемой. Остальные три палатки поставили, наверное, для гостей из леса. Вот. Но вот эта палатка спасла нам сегодня, можно сказать, жизнь. Сухие, выспались. По крайней мере, я выспался. Единственное, как ее сушить, это вопрос. Вот. Предбанник с вещами. Еще одна мелкая палатка. Конечно, в такую погоду, наверное, можно было переночевать в теплом уютном доме. Но вот выбрали природу, и я, в принципе, в целом не жалею. Озеро красавица. Ну, между прочим, сегодня же День России. 12 июня 2016. На российской природе. День страны великой.